бойся. Я пришел освободить тебя. Почему ты мне помогаешь? Оглянись вокруг. Я спас тебя в этой пещерке, потому что почувствовал, что ты можешь убить Лилит. Это то, чего я хочу. Лгать не буду. Придет день, когда мы станем врагами. Но сейчас мы должны помочь друг другу против нее. Смотри мне в глаза. Впереди нелегкий путь. Я благословил тебя. Ступай без страха. Мне показалось, что этот старый пес прячется где-то здесь. Ты последуешь за Мефисто, а не за мной. Какая глупость. Я никому из вас не служу. Иначе мы бы тебя сейчас не слушали. Неблагодарное ничтожество. Я запечатаю тебя в этом кошмаре, и ты будешь молить о смерти. Родиться.
незримое око. Возьми его и получи свободу. Твое тело из ада. Убери руку, покажи. Я давно не подчиняюсь тебе, Лорат. Не надо мне указывать. Зря ты пошел в собор, а не ко мне. Я помог бы тебе. Разделил ношу. Знаю. Глядишь, со Скользглином сложилось бы иначе. И с Йорином. Он поймет, что я сделал, что мог. Я буду скорбеть о Донане. Что сделано, то сделано. Что ты увидела в Оке? Лилит пыталась поймать меня. Она пересекла море огней. За ним лежат владения ее отца. Значит, мы опоздали. Нет, сдаваться нельзя. У нас есть камень. Как нам поступить? Я не знаю. Я всегда знал, что тебе придется завершить начатое, если я погибну. У тебя всегда рука была твердой, а у меня нет. Доверься своему чутью. Благодаря ему удалось так далеко зайти. Простая логика. Подумай сама. Если Лилит получит мою сущность, санктуарий пропал. Что ты предлагаешь? Ничего. Только мою помощь. Этот портал ведет в собор ненависти. Поторопитесь. Лилит спешит туда.
прибыли раньше, Лилит. Но она уже близко. Что дальше? Мы можем устроить ловушку. Что-то не так. Мефисто привел тебя сюда. Мы в его мире. Должны ли мы делать то, чего хочет он? Если выбирать между ним и Лилит, он большее зло. Ты хочешь применить к нему камень? Советую хорошенько подумать. Этот исход нежелателен для нас всех. Он испугался. Это может сработать. Заточим Мефисто в камне и вернемся к Лорату. Мы запечатаем врата преисподней, и Лилит останется там. Вы не успеете от нее сбежать. Если в этот момент я буду в камне, мою силу заберет она. Не дайте своему гневу заглушить голос разума. Нейрелла, я не верю своему суждению о Мефисто, но верю твоему. Реши сама. От следующего шага зависят и ваши жизни, и всего человечества. Подумай. Надеюсь, сработало. Пошли. Лилит нас выследит. И я убью ее. Я за Лорату. Мы справимся. Будем ждать тебя в часовне. Только не вздумай погибнуть. Ясно? Безграничной боли.
Мы мечтали, что Санктуарий станет приютом среди вечного противостояния. А теперь все вернулось на круги своя. Получить свободу воли и попрать ее, принести ее в жертву бессмысленной войне. Вы променяли свободу на тиранию. Хорошо же вы отблагодарили свою мать. Без меня вам не видать победы. За нее вам вовек не расплатиться. Мне нужно приготовиться. Вот и все. Лилит больше нет. Она в камне? Нет. Там Мефисто. Он помог нам добраться до Собора Ненависти быстрее нее. Разумеется. Он с самого начала во всем этом замешан, не так ли? Нам пришлось рискнуть. Нет, нет. Я все понимаю. Где камень? Нейрала разве не вернулась сюда? Нет. Должно быть, отправилась прямо к часовне. Иди за ней. Быстро. Мне надо принести сюда Донана и запечатать врата в преисподнюю. Я тебя только задержу. Нет, мой друг, ты один не справишься. Вместе пришли. Вместе и уйдем. Теперь мы действительно одни. Создатели Санктуария, ангел и демон, отец и мать, мертвы. Но мы их дети, и их борьба, борьба противоположностей, продолжится внутри нас. Сколько правды в замысле Лилит, безумной идеи, что цикл вечного противостояния можно разорвать. Или же нам суждено повторить судьбу всех детей, взбунтовавшихся против родителей? Часто мы сами оказываемся на их месте. Старику на закате жизни ни к чему размышления о судьбах мира. Ни моих битв позади. Все, что я могу сделать, это помочь страннице и Нейрелле избежать участи Радмы и всех остальных, кто тщетно пытался преодолеть порочную природу. Вместе с Нейреллой мы придумаем, что делать. Другого выхода нет. Отдыхай, девочка. Вскоре нам снова в путь. Только не в городе. Она ушла. Почему нас не дождалась? Нет, камень не сразу начинает распространять скверну. У нее была какая-то причина. Да,
Да, должно быть, так и есть. Йорин, Тонан. Ненависть забрала многих. Нельзя потерять и Нейрелу. Идем. Лорат Нар! Неужто этому не будет конца? Иосиф, что тебе надо? Отойди. Мне нужен Харадрим. А это не может обождать. Мне надо похоронить друга. Тогда выкопаем могилу вместе. Для тебя. Как мило. А для тебя кто выкопает? Темная магия Харадримов призвала в наш мир великое зло. Отправьте их грязные души к отцу и верните камень души. Иосиф спас мне жизнь в Невеске. Мы не были врагами. Они глупцы. Мне было не до того. Я еду в Скосглен. Надо похоронить Донана вместе с сыном. А я думала, нужно заботиться о живых, а не о мертвых. Мудрые слова. Но я... Я ему обещал. Так что скачи на север. Не жди меня. Если собор ее не схватил, Нейрелла идет в хранилище. Найди ее. Как встретитесь, спешите в усадьбу Донана. Здесь это невозможно. Я знаю, что я видела. У нее были рога, как у зверя. Она прошла мимо меня в двух шагах. Я спасу тебя, мама. Обещаю. Я научусь. Чего я ожидала. Но продолжим. А ты все еще так плохо меня знаешь. Я дочь своей матери. Если есть куда идти, значит, надо туда идти. Мы не бросаем дело на полпути.
почему я слышу только твои шаги? Я очень долго учила этот шифр, так что, надеюсь, ты его еще не забыл, Лорат. Потому что ты теперь последний из Харадримов. Моя мать посоветовала бы остаться с тобой. Она верила, что Харадримы знают все на свете. Я так изменилась, что не уверена, что она бы меня узнала. Тяжело. Но потом я думаю о тебе с Донаном. Вы совсем не похожи на всеведущих мудрецов. Вы мучаетесь. Вы сомневаетесь. Но не бросайте своих. Эта мысль будет греть меня в пути. Иначе я его не выдержу. Если даже вы не идеальны, у нас будет надежда, опора перед грядущей битвой. Битвой с ним. И с его братьями. Не знаю, сколько времени у меня есть на поиски, но я не верю, что другого способа нет. И я должна его найти. Одна. Конечно. Ты пошел бы со мной. Но из-за моей неосторожности уже погибли люди. Тобой я рисковать не могу. Если я ошиблась, все последствия этой ошибки и заботы об израненном мире лягут на твои плечи. Знаю, ты хочешь отойти от дел, но у тебя нет права. Не сейчас. Потому что если мой план сработает, мы больше никогда не увидимся. Здравствуй, здравствуй. Знаю, тебя привели ко мне недавние события. Да, сейчас странные времена. Многие страшатся необъяснимого, но я изучаю неведомое. А ты?
ты ищешь истину. Эта руна поможет обрести знания, которых ты жаждешь. Если верить легендам, это недостающий фрагмент магического конструкта. Мощного оружия, способного наделить древней силой того, кто сумеет ее контролировать. Но знай, этот конструкт погребен глубоко под Киджистаном, в древних хранилищах Золтунакула. В эти залы никто не входил много веков. Там полно ловушек, созданных самим Кулом, и его механических чудовищ-стражей. Но создатель хранилищ Золтунакул был слишком самонадеян. Горделивый маг бросил свои творения, позволив силам тьмы осквернить его устройство и завладеть сокрытой в хранилищах мощью. Ответы на все вопросы ждут тебя там. Возьми руну, если осмелишься. Мне бы очень этого хотелось. Она там одна с воплощением зла, но нам ясно сказали, преследовать ее не надо. Да мы даже не знаем, где ее искать. Так что пока не выясним что-нибудь, придется ждать. Но я не могу просто сидеть сложа руки. Не можешь? И что ты сделаешь? Погонишься за ней против ее воли? Нет. Насчет Нейреллы ты прав, дружище. Но в санктуарии еще много дел. И я пойду к шепчущему древу. Зачем это? Сейчас это наш единственный союзник. А союзники нам очень скоро понадобятся. Ладно, ступай к древу. Но будь осторожна. Здесь это невозможно. Приветствую, спасительница. Ты остановила Лилит, освободила санктуарий от ее, так сказать, цепей. Ты, конечно, достигла всего, чего хотела. Поздравляю. Закрой пасть! Любят же новые головы поболтать. Зачем ты пришла сюда, путница? Хочешь заключить сделку? Моя голова останется на плечах. Я всего лишь ищу союзников. Союзников? Тогда мы заключим с тобой соглашение. Если ты не гордая. Все долги нужно возвращать. Выбей их из должников. Да, верни то, что нам причитается. А мы одарим тебя силой и богатством. Всем, что пожелаешь. Да. Ты будешь нести добро, будешь исцелять санктуарий. Далеко в разрушенном городе Колдей засели наши должники, люди и демоны. Убей их и забери долг. Остальное закончат вороны.
задерживайся здесь. Сейчас весьма опасно в Геокуль. Одержимость. Работа демонов. Видишь этих бедолаг? Понаслушались старых басен. Про хранилище, магов, сокровища. Думали, возьмут и разбогатеют. Теперь вот, даже слово вымолвить не могут. Ну вот, еще один. В хранилищах таких полно. Болваны, притащили их в город, а теперь у них в головах демоны. Глянь, тут метки магов. Плохо дело. Слушай, лучше верни эту штуку туда, откуда она взялась. В хранилище на севере. И будь осторожней. Здесь это невозможно. Для этого понадобится время. Только не в городе. Для этого понадобится время. Кажется, оно. Нужно больше времени. Для этого понадобится время.
этого понадобится время.
понадобится время. Теперь все ясно. Вот причина такого стремительного распространения. Надо... Руки-ноги не гнутся. Прости, обожди минуту. Я Аюжан из Калдея, маг Ишари. А того демона, его зовут Мальфас. Он захватил это место, превратил в свое логово. Но все можно исправить. Понятно. Этот демон – паразит. Он вселяется во всех подряд. Нравится ему играть в кукловода. Раньше демон был всего лишь алой дымкой. Но если он уже выбрался на поверхность, нам надо спешить. Вижу, у тебя конструкт на поясе. Дай мне. Это синий шар. Его задача защищать. Нужен только управляющий камень. Готово. Теперь иди за мной. Возможно, не только мне тут требуется помощь. Это построил я. Не в одиночку. Мне помогал другой маг. Золтан Кул. Из клана Иниад. Маг высочайшего уровня. И конченый эгоист. Он будет разочарован, что ты его не знаешь. Идем. Если он не у себя в кабинете, то точно оставил там послание. Настаивал на безопасности. И этой системой Мальфас так успешно и воспользовался. Тут полным-полно ловушек. Миновать их, конечно, можно, но я сомневаюсь, что у меня выйдет. Выключатель в конце зала. Доберись до него. Thank you.
Для этого понадобится время. Понадобится время. Время. Дорогой друг, да, мы с ним, конечно, повздорили, но назвать наше дело просто дружбой? Как так можно? Он пишет, что уничтожил станок, когда уходил. Но почему тогда я слышу его гул? Погоди, кто это? Я? Это я. Совсем древний старик. Сколько же лет я провел здесь? Юный маг крепко спал. Один. Разум совсем не сопротивлялся. Забрал и воссоздал его мечту. Я починил ему станок. Все эти годы я был...
конечно. Я, это я. И марионеткой демона я больше не буду. Дай мне минуту. Встретимся у врат. Нужно больше времени. Альфас не дает открыть портал. Это единственный путь к станку. Отправляйся в Скосглен, в одно из наших хранилищ. Питомник, место создания конструктов. Выясни, производит ли демон новых. И если да, то как? Повздорили. Ха, это еще слабо сказано. Поначалу казалось, что перед нами мелкий демон, и что с ним легко сладить. Но Амальфас был упорен. Раз за разом мы его изгоняли, ничего не выходило. Мы долго думали, спорили и рассорились. Золтан хотел уничтожить станок, я нет. Вот, собственно, и все. Это своеобразные пристройки к станку. Одни собирают и перерабатывают стихийный материал в нити, другие из них плетут. И в каждой из этих пристроек что-нибудь хранится. Поэтому хранилище. Система практически безупречная, если, конечно, работают порталы. Он появился внезапно, как легкая дымка вокруг станка. Мы с Золтаном не сразу все поняли. Тварь тогда не то что воплотиться, даже говорить не могла. А когда мы поняли, что перед нами демон, который кормится энергией станка, было слишком поздно. Ну, я как-то прожил много лет с демоном внутри. Продержусь. Обычно мы проходили через порталы, но сейчас так не получится. Придется идти пешком. Я отметил на карте, где примерно находится вход.